Приветствую вас, друзья мои. Это Новосибирск, площадь Маркса. Воскресный вечер. И я подумал, что это я все время снимаю на площади Ленина. Почему бы не поснимать на площади Маркса? Чем товарищ Маркс хуже товарища Ленина? А вопрос решил задать достаточно острый. Скажите что-нибудь Путину. Вот вы бы о чем его спросили? Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опросы провожу. Нет. Скажите, о чем бы вы спросили Владимира Путина? Да ни о чем. Нет к нему вопросов? Нет. Ясно. С малышами. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опросы провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Не знаю. Нет вопросов? Нет. Может, есть что-нибудь ему сказать? Нету? Стесняется, да? Попущенный стоит. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я опросы провожу. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я опросы провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Да это уже заезженный вопрос. О, так, наверное, интернета. У вас есть ответ? Да, нет, нету. Вы не думали об этом, о такой возможности? Вообще никогда не думал. А что-нибудь сказать, какое-нибудь впечатление? Как жизнь вообще? Да, нормально, пойдет. Нормально, пойдет. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я просто провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Ну, чтобы было все хорошо. А как это сделать? Ну, конкретный вопрос есть? Или просьба, или предложение? Предложение все народы есть, только что у меня. Ну, так что? Ваше мнение, или там впечатление, или пожелание? Всегда было это. Чтобы что? Чтобы молодежи была работа, и все нормально было, как все, ваше. Понятно, спасибо. На здоровье. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур зовут, я опрос провожу. А чем бы вы спросили Владимира Путина? Когда? Вот прямо сейчас на микрофон. Это был вопрос, когда? А, просто когда? Да. Хороший вопрос, я не сразу понял. Здравствуйте, можно вас спрашивать, меня Тимур зовут? Здравствуйте, меня Тимур зовут, я опрос провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Или сказали чего-нибудь? А можно вот так просто? Вот так, это уже вопрос, это уже ответ, да? Это не вопрос. Да. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я опрос провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Даже слов нету. Ну вдруг. Я бы спросила бы, когда мы будем нормально жить? Мы не нормально живем? Да нет. Пока. А что не хватает для нормальной жизни? Достойной зарплаты и достойной пенсии пенсионерам. Спасибо за ваше мнение. Как я понимаю эту женщину, я ведь пенсионер. Здравствуйте, меня Тимур зовут, можно я вас спрошу? О чем бы вы спросили Владимира Путина? Нет ответа. Ладно. Спросим женщину постарше. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я опрос провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Вот знаете, миллион вопросов. Ну первое, что приходит новым, самое острое может быть? Пенсионеру интересно, что приходит в первую очередь. Естественно, что пенсии. Маленькие пенсии, ЖКХ. Страшные вопросы по ЖКХ, страшные. Почему они не решаются, мне это очень интересно. ЖКХ, цена или сами проблемы ЖКХ? Все проблемы ЖКХ, почему вообще не решаются? Не вообще. Решаются. А вы не знаете об этом, что? Ну, я ваше мнение хочу узнать. Ну, да. Мое мнение такое, что они совершенно не решаются. Вы можете сказать, какая у вас пенсия? У меня пенсия 14 тысяч с копейкой. А как вы считаете, достойная, скромная пенсия, это сколько было бы правильно? Ну, тысяч хотя бы 40. Спасибо за ваше мнение. Потому что лекарства съедают очень много из пенсии. ЖКХ и лекарства. На еду остается вот. От того и мы и толстые. Потому что неправильно питаемся. Спасибо за ваше мнение. Всего доброго. Извините, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Ясно, у вас свои проблемы. Спасибо. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я опрос провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина?
что, нет вопросов? Ну, вы можете сказать ему, пожелать, мнение высказать. Я бы спросил, но у меня потом не было. Нет, нечего сказать. Спасибо. Девушка стесняется. Вот женщина с утром. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур зовут, я просто провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? О чем бы спросила? Да, да, да. Ну или пожелание какое-то, впечатление. За что нам такие пенсии сейчас? Вернее, пенсионного возраста. Я до такого не доживу. Спасибо. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я просто провожу. О чем бы вы спросили Владимира Путина? Ой, да я бы не стал с ним разговаривать. Я бы не стал с ним разговаривать, сказал этот парень. Вы знаете, а мне нравится этот ответ. А вы о чем бы спросили Владимира Путина? Площадь Маркса, Новосибирск, Тимур Ханов. Присылайте предложения по своим по опросам. Я принимаю также не только предложения, но и содействие в работе моего канала. Это можно сделать через мой номер телефона. Ну и просто продвигайте интересные идеи, что можно показать в городе, и не только в городе. О чем можно спросить людей и что показать. Ваш Тимур Ханов из Новосибирска. Будьте здоровы.